я буду говорить, посюда смотри. Вот мы пришли, вот сюда, чтобы видно было, брату нашему, старосте деревни. Начинал там полгектара. А сейчас Господь его благословил, и посмотри, какая у него техника. Так, обведи вокруг, вот сюда идти, иди. Конечно, еще долги большие, там кредиты. Ну, дело-то дальше, ты посмотри. Комбайны, каждый за 10 миллионов. Вон где. Это что, труд? Мы не знаем даже, когда он спит. И с этой стороны у него и пожарка, и вот это только глянь тут. Техники там, и дальше край скрывается. Повторяю, приехал, ничего нет, даже велосипеда, наверное, не было. Сзади покажи, какие грузчики. Там у него где сушилка. Та сушилка одна, вот и покажи что-то. Там сушилка одна. За миллион заваливает. А почему работает? Перенти кончила ГТУ, Алтайский государственный технический университет. Ну и потом работает, вы сейчас увидите. Это ячмень. Нам нужно отвечать. Ездили вчера мы в Тюмень, в Тюменцев. И там один человек. Взял голубей. Теперь рассчитать. Он не берет ничего. Вот она решил снизу купить. Пришел у меня не купить, а бери так. И три мешка мне дал. Мы сейчас будем загружать. Слышишь, это будет? Да, да. А там человек работает за этим. Сейчас увидишь где. Пойдем дальше. Может, пока. Туда, он оттуда начнет, там с той стороны работает.